Уважаемые друзья, вашему вниманию предлагается очень интересная тема. Называется «Культурная революция в Казахстане». Интересно то, что, когда молодым людям говоришь о культурной революции, они почему-то вспоминают культурную революцию в Китае. Сразу вспоминают Китай, Мао Цзэдун, что там происходило. А то, что такая революция культурная происходила в Казахстане, многие почему-то забывают. Но на самом деле культурная революция была одной из задач строительства социализма в Советском Союзе. Ну, Казахстан являлся союзной республикой Советского Союза. Соответственно, эти задачи выполнялись и в Казахстане. Все прекрасно, хорошо знают индустриализацию в Казахстане, которая происходила, коллективизацию хорошо знают. Соответственно, происходили съезды. Значит, съезд индустриализации, 14-й съезд, съезд коллективизации, 15-й съезд. А вот о культурной революции вообще мало кто что знает. Но культурная революция в Казахстане происходила, можно сказать, с первых дней установления советской власти. Прежде всего, это было связано с тем, что необходимо было ликвидировать безграмотность. Очень много неграмотных людей было не только в Казахстане, но и во всем Советском Союзе. Это было прежде всего связано с политикой царизма в Казахстане, если мы будем говорить, ту политику, которую она проводила в образовательной сфере, та политика, которая проводилась среди мусульманских школ. И вот когда встала задача ликвидации безграмотности, посчитали, сколько человек грамотных в Казахстане, то пришли к выводу, 2% грамотных в Казахстане. Всего 2%. Правда, потом исследователи немножко исправили эту цифру, посчитали, что несколько больше. Это было связано с тем, что к 2% грамотных отводили тех, кто был грамотен по-русски, на русском языке, на кириллице. А те, кто получил грамоту в мусульманских школах, в мусульманских мектебе, их считали безграмотными. Они учились на арабской графике, они изучали суры Корана. Значит, зачем нам? Нам нужны люди грамотные именно на кириллице. Но задача была поставлена, конечно, большая. Ее нужно было осуществить за короткие сроки. Если мы говорим, что началась борьба с безграмотностью в первые годы советской власти, с 1918 года, когда была принята декларация о трудовой школе, то вот уже с этих дней везде проводилась борьба с неграмотностью, ликвидацией безграмотности. Сажали за парты детей от 6 лет, взрослых, более 50 лет, когда человеку было. Всех сажали за парту. И встала задача уже к 30-му году провести обязательное начальное образование среди всего населения Казахстана. Проходили различные мероприятия. Значит, были красные юрты, красные уголки, ленинские комнаты, передвижные юрты. Везде проводили, значит, борьбу с безграмотностью. Значит, здесь даже те, кто вот уже имел какие-то азы грамотности, он уже мог преподавать, ему разрешали преподавать для того, чтобы, ну, увеличить количество людей, которые бы боролись с неграмотностью. Этот метод называется ланкастерский, когда вот даже старшеклассники, допустим, обучали детей младших классов. И вот эта вот борьба, нужно сказать, дала некоторые результаты, причем неплохие результаты, надо сказать. Это связано с культурной революцией. И результаты заключались в том, что в некоторых сводках давалась цифра где-то 70% грамотных уже к 1931 году. А задача была поставлена где-то в 1931 году борьба с неграмотностью, введение обязательного всеобщего начального образования. И уже к 1931 году 70% населения было грамотным, якобы. Потом, когда посмотрели эти сводки, поняли, что занимаются приписками. Приписками занимались в годы коллективизации. Каждый студент это хорошо знает, когда давали о том, что вот нужно было, допустим, 7% коллективизировать. Давали сводки, что 20% и так далее и тому подобное. То же самое было и здесь, в ходе культурной революции.
Ну и говоря о самой культурной революции, как она происходила. В советской литературе очень хорошо все расписано. Все было прекрасно, все было замечательно. Единственное, отмечались кое-какие трудности, что на самом деле не хватало зданий. Просто не хватало зданий для школ. Не хватало учебников, учебно-методических пособий. Не хватало преподавателей, учителей не хватало. И надо было все, значит, провести эту борьбу за короткие сроки. Ну и когда, значит, выявились эти, так сказать, приписки, то поставили задачу все-таки необходимо, значит, честно давать истинные цифры проведения борьбы с безграмотностью. Эти, когда цифры опять-таки озвучили, процент грамотных немножко снизился, но тем не менее, большое количество людей обучалась в школе. Причем, начиная с 1918 года, когда я уже говорила о том, что была принята декларация о трудовой школе, стали вводиться советские принципы школьного образования. Это прежде всего. Значит, здесь уже разрешалось обучаться в одном классе мальчикам и девочкам. Разрешалось проводить, не то что разрешалось, это уже обязывалось проводить летние, зимние каникулы в определенное время. Раньше, например, в мусульманских школах такого не было. Перевод из класса в класс означал изучение одной, двух или трех сур Корана. Значит, если выучил еще какую-то суру, значит, ты, соответственно, переводишься в другой класс. Это могло быть через 3 месяца обучения, это могло быть через 5 месяцев, это могло вообще быть через год. То есть вот от этого отталкивались. Затем следует, вот как положительный момент, это бесплатность образования. Во всех советских школах вели бесплатное образование. И очень такой вот момент, который стал вводиться уже с первых лет советской власти, это исключение богословских дисциплин, религиозных дисциплин. Ведь на самом деле взять же те же церковно-приходские школы, взять те же гимназии, пусть даже русские, там обязательно изучали Библию, предметы, связанные с Библией, с православием. Соответственно, в мусульманских школах обязательно изучали Коран, обязательно изучали, значит, жизнь людей, связанных с религией. В этих школах, в советских школах, уже взяли курс на светское образование. Поэтому никаких богословских, никаких, значит, дисциплин, связанных с религией, в этих школах уже не было. Это является, конечно, положительным моментом. Ну и говоря о темпах образования, следует отметить, что все-таки темпы образования в ходе культурной революции были высокие. Были высокие. Вот журнал, еще «Вестник образования» в 1906 году проводил анализ переписи 1897 года, всероссийской переписи. Вот исходя из этого анализа, пришли к выводу, что если бы сохранялись те темпы образования, которые были в царский период, то всеобщая грамотность населения в российской части произошла бы, была бы только через 430 лет. Значит, в некоторых регионах Российской империи через 1300 лет, а в Туркестанском крае через 4300 лет. Вы понимаете, насколько были медленные темпы образования в Российской империи? Ну и в данном случае это считается очень положительным моментом в ходе осуществления культурной революции. Но дело в том, что культурная революция, помимо положительных моментов, имела некоторые негативные. Прежде всего, это связано с тем, что в ходе культурной революции культура была поделена на две части – пролетарская культура и буржуазная культура. Та культура, которая была связана с жизнедеятельностью или показом, освещением жизни царей, ханов, дворян, султанов, баев, ее причислили к буржуазной культуре.
Та культура, которая была связана с бедными, с неимущим классом, с рабочим, с крестьянами, шаруа, это была пролетарская культура. Культуры одного народа на две части принесла большой ущерб. Ведь на самом деле мы должны были отказаться от произведений Пушкина, от произведений Лермонтова. В казахской литературе мы должны были отказаться от тех произведений, где описывается жизнь ханов. То есть на самом деле даже многие акыны, произведения многих казахских акынов оказались под запретом, потому что там так или иначе упоминались ханы. Вот сегодня, например, с возрождением независимости в Казахстане мы говорим о Бухар-Жырау. Мы говорим о поэтах Зар-Заман, Дулат, Мурат. В то время это запрещалось. Причем следует отметить, что многие российские исследователи, многие российские ученые считали, что это неправильный шаг со стороны большевистской партии. Даже тот памятник, который стоит в Санкт-Петербурге сегодня, ну, в советское время, соответственно, в Ленинграде, Петру, некоторые большевики считали, надо его снести. Это памятник царю, душителю народа, но не относились к этому памятнику как к искусству, как к произведению искусства, как к скульптуре. Ну хорошо, что оказались довольно такие грамотные люди, которые остановили это. Сегодня, если бы исчезли эти произведения, допустим, ликвидировали бы произведение Бухар-Жырау, где он обращается к Аблай-хану, мы бы не узнали эти произведения. То есть вот такие вот моменты в ходе культурной революции были. И поэтому их вообще в советской литературе старались о них не упоминать, говоря о том, что культурная революция проходила, все было на самом высоком уровне. И поэтому эти вещи просто-напросто опускались. Говоря о культурной революции, следует помнить еще один момент, что в ходе культурной революции казахи вынуждены были за небольшой промежуток времени изучать несколько алфавитов. Если, допустим, до 1926 года казахи в основном писали на арабице, то ее ликвидировали, давайте переведем на латиницу. И в 1926 году казахская графика была переведена на латиницу. С латиницы в 1940 году перевели на кириллицу. Вы можете представить, что за короткий промежуток времени дети, взрослые, должны были изучить три графики. И поэтому вот этот вот переход от одной графики к другой тоже наносил большой ущерб. Тот же Ахмед Байтурсынов, представитель казахской интеллигенции, выступал против смены алфавита, потому что на самом деле вот эта вот смена алфавита приводила к нарушению преемственности в культурной жизни казахского народа. Но, тем не менее, эти процессы происходили, и следует помнить еще один очень важный момент, который произошел в ходе осуществления культурной революции, это открытие первых высших учебных заведений в Казахстане. В 1920 году еще Ленином был подписан указ об открытии университета в Ташкенте. Но дело в том, что позже все-таки была попытка открытия университета на территории Казахстана в 1928 году. Но так как практически осуществить эту задачу не удалось, только в 1934 году был открыт Казахский государственный университет. Тогда назвали его именем Кирова. Сегодня Казахскому национальному университету исполняется 80 лет. Конечно, территория Казахстана сегодня немало высших учебных заведений, университетов, институтов, академий. Но в те годы, в 30-е годы, они только открывались, эти университеты, институты, педагогические институты. Тогда они назывались учительские институты. Нужны были учителя, необходимы были учителя. Открылся в 30-е годы медицинский институт имени Асфендиярова. Открылись сельскохозяйственные институты.
Ну, это имело очень большое значение. Но здесь проблема состояла в том, что выпуск первой казахской средней школы состоялся в 1936 году. Поэтому в 1934 году высшие учебные заведения, которые к этому времени открывались, поступали иногда абитуриенты, которым достаточно было знать 4 действия арифметики. Сложение, вычитание, умножение, деление. Читать, писать и быть, главное, политически грамотными. И все. И этого было достаточно. И человека, значит, зачисляли на первый курс университета. Это уже позже, в 1936 году, когда закончили среднюю школу, были первые выпускники, их было 16 человек, и они, соответственно, сдавали экзамены для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение. Эти, конечно, были некоторые препятствия для поступающих в вузы. Прежде всего, туда не принимали детей волостных, детей султанов, детей, тех детей, которые каким-то образом были связаны с колониальной администрацией. Их не зачисляли, их просто не принимали у них документы. И поэтому, когда в графе «социальное происхождение», многие скрывали социальное происхождение. Писали о том, что из рабочих, из крестьян. Но здесь разговора не было. Этого молодого человека принимали на первый курс учебного заведения. Ну и говоря о культурной революции, которая происходила в Казахстане, были некоторые негативные стороны, связанные с осуществлением культурной революции. Это то, что уже в эти годы происходила русификация. Больше открывалось русских школ на территории Казахстана. Если, допустим, русских школ было более 1400 русских школ, то казахских школ было чуть больше 800. Это в первые годы вот осуществления культурной революции. И понятно, что это уже сказалось в будущем. И говоря о культурной революции, следует помнить, что в эти годы большое распространение получили средства, тогда не назывались это средства массовой информации, газеты, журналы. И эти газеты, журналы обязывали выписывать всех, и рабочих, и крестьян, и советскую интеллигенцию. Причем обязательно, допустим, если рабочий, так работницу, из числа колхозного крестьянства, крестьянку, газета «Правда», «Комсомольская правда», на казахском языке издания были. И эти газеты их много было изданий, были большие тиражи. И вот эта вот практика, когда, можно сказать, навязывали выписывать газеты и журналы, она сохранялась вплоть до распада Советского Союза. Хочешь, ничего не хочешь, ты коммунист, выписывай партийную жизнь Казахстана. Значит, как я уже говорила, работницу или крестьянку. Я помню, моя мама выписывала работницу, она ее не читала, читали мы ее, дети. Правда, там интересные были рубрики, интересные материалы, но, тем не менее, не всегда тот, кто выписывал эти издания периодически, не всегда они читали эти издания. И в эти же годы, тоже мало кто знает, стали издаваться так называемые малотиражки, газеты, которые выпускались на предприятиях, заводах и фабриках или высших учебных заведений. Сегодня, например, никого не удивит, что, допустим, есть газеты, которые выпускаются в каком-нибудь университете. Есть газета, которая выпускается на какой-нибудь фабрике или заводе. Для примера, так, Алматинский хлопчатобумажный комбинат выпускал газету «Текстильщик». Малотиражная газета. Что они освещали? Это прежде всего жизнь предприятия. Материалы, связанные с социалистическим соревнованием. С тем, что какие планы, как проходят соревнования, какие итоги, что предприятие ожидает в будущем. И вот эти вот газеты, с одной стороны, конечно, Казахстан, Советский Союз считался самой читающей страной в мире.
Ну, насколько это читалось, тоже, ну, это остается, что называется, за кадром. И в эти годы стали выпускаться, писать очень много, ну, немало, вернее, различной литературы стала выпускаться на русском и казахском языках. И эта литература, некоторые произведения казахских писателей до сегодняшнего дня дошла до нас, и мы с удовольствием читаем эти произведения. Того же Мухтара Оязова, Сакена Сейфуллина, Мағжана Жумабаева. Эти произведения, например, особенно тех представителей казахской интеллигенции, которые были запрещены в те годы, сейчас мы с удовольствием и читаем, и используем в своих научных исследованиях. Причем представители казахской интеллигенции в царское время боролись против притеснения казахского народа. В советское время они боролись за то, чтобы Казахстан получил полную независимость. И самое, что, конечно, печально, они именно пострадали в годы советской власти, за идею, за которую они боролись всю свою жизнь. Таким образом говоря, о культурной революции мы вкратце осветили основные моменты, связанные с культурной революцией. Ну и в целом вы сами видите, какие положительные и какие негативные моменты культурной революции имело место в истории Казахстана. Спасибо за внимание.